Ребята, всем привет! Вы на канале Даниэль Бой Влог. И сегодня мы ждем здесь Дарину, потому что у нее... День рождения! Да. И мы будем дарить ей подарки. Что ты приготовил ей? Я приготовил ей, смотри, что. Ты даже сам не видел. Ничего себе, Паша, AirPods. Так, если что, всем привет, я сегодня за кадром. Ой, жвачка. Ну, я ей жвачку подарю, 200 гривен. Так что, приготовил. Я? Ну, я покажу. Еще хлопушку. Давай я возьму. Да, Паш, сними. Короче, я приготовил ей конвертик. Сейчас, слушайте. Ого. Что-то мелочь. Там мелочь? Ну, там просто так крупная сумма не хватило. 50 копеек положил? Я покажу. А ну. 23, 20, сейчас я скажу, 23,70. Мне кажется, ей очень понравится. Да, конечно, ему понравится, я собирал деньги, денег нету. Мне, честно, очень сильно понравилось. Я согласен. Спасибо. Что, может, Аню наберешь? Да, ну давай, я пойду набираю Аню. Давай наберу. Сегодня, кстати, хорошая погода. Аня. Все. Сердечком? Без сердечка. Аня. Ты когда телефон разбил? Да, блин, недавно, неделю назад. А что делал с телефоном? Алло, привет, Аня, подходи уже. Ты там где? Ты где? Подходи уже к нам. Давай. Сказал, сейчас подойдет. Где она? Не знаю. Он сказал, окей, давай. На, тащи. Ну как вы думаете, куда мы поедем? 30 сантиметров окружен. Пойдем. Спасибо за уточнение. Куда поедем? Да. Я думал, в ресторан какой-то там. Ну или в аквапарк. В аквапарк ты что, дурак? Может, бассейн, кстати, поедем на фабрику. А мне кажется, может, Макдональдс. Может быть, и в клубничок. О! Тащи! Всем привет, ребята! И вы на канале Даниэль Бой Влог. А с вами поздороваться нет. А, рука болит. Ударить нормально, поздороваться нет. Ты без машины, вообще без головы решил? Да. Я знал. Что ты, Ань, что ты подготовила Дарине? Да, мусор. О, это вкусно. О, круто. Помой бомжа. Помой бомжа? Да. Ну, короче, у нас все по-скромненькому. Ай, рука болит, пипец. Кошелечек. Ого. Ну, нифига себе. Нифига себе, да. Может, ты мне его лучше подаришь? Нет. У меня больше идет. Сквиш, потому что, типа, она любит единорогов. Это Simple Dimple, эти Popple Squid, это дуристика, это ваша. И духи. Духи? Simple Dimple. Все, на этом наша программа заканчивается. Я, короче, посмотрю, я тебе покажу, чтобы ты посмотрел. Только осторожно, там монетки. Там очень крупная сумма, Аня. Аккуратно. 100 гривен в монетках собрали? Нет, 23,80. 70, 23,70. Ей понравится. Так я знаю, еще бы и не понравилось. А ты что? Что я подарил? Вот хлопушку лопнул и вот 200 гривен и жвачка. А конвертик? Правда, тут 4 штучки съел. А конвертик? А я вон. Конвертик? AirPods. А конверт тоже денег стоит. Не, оригинальные? Оригинальные. Не верю. Паша, это вторые? Да. Супер. Я не знаю, можешь ей подарить? Знаете, что ей можно подарить? Я еще знаю, что я ей подарю. Если Витя дарит ей жвачку, я ей подарю, вот смотрите. Сейчас я достану. Холдс. Холдс. Тоже 4 штуки нету. Сейчас дай мне один холдс. Нет, это Дарине на день рождения подарок. Ладно, возьми. Ладно, тебе возьми. Ничего не случится, она на одну меньше. Она и так сладко ешка. А я ей подарю еще медную конфетку. Одну только. Держи. Понятное дело. Все, правильно. Ну все, ребята, ждем Дарину. Еще чуть-чуть. Так, да, давайте. Всем привет, ребята. В общем, сегодня у меня день рождения. Сегодня у меня день рождения. 5 августа мне ребята позвонили, мы договорились сегодня встретиться. Я догадываюсь, конечно же, для чего. Скорее всего, они мне подарят подарочки, все дела. Я еще не собрана, я не накрутилась, я принадела грязные шорты вообще. Потому что еще утро, я потом пойду домой, соберусь, накручусь, у него будут кудрявые волосики, одену платье как красиво, вот. А потом мы поедем праздновать. А сейчас я буду идти к ребятам, я думаю, они меня уже ждут. Блин, я надеюсь, не все собрались, потому что если я приду, там еще не все, это же будет очень обидно, они не смогут меня все поздравить. Блин, а если они вообще не захотят меня поздравлять? Блин. В общем, я надеюсь, что они мне подарят куча-куча денег, то, что они мне подарят какие-то там новые кроссовочки, одежду, косметику, в общем, я очень хочу же побыстрее к ним пойти, поэтому, ребятки, давайте я беру вас, и мы идем все к ним. Ура! В общем, ребята, давайте, мы сейчас скоро с вами встретимся.
Ребята, мы к вам вернулись. И мы ждем Дарину. Да. Да ладно. А что находит там? Мне кажется, надо придумать план. Она приходит, Витя, прям в лицо и хлопушкой. Понял? Прям в лицо. Вот она приходит, мы начинаем с днем. Всем привет! Привет! Я все волосы в этом, блин. Вот эта хлопушка супер была. Дарина, днем рождения. Днем рождения. Давайте ждем, чтобы не заслепливало. Офигеть, ребята. Так, ну теперь подарки давайте, Дарина. Давайте подарочки, да. Зайчик, это тебе. Чтобы ты была всегда женственная, красивая и умная. Мозги не пробивай. Спасибо. Надри, это тебе, чтобы... Офигеть, спасибо! Чтобы в жизни все получалось, чтобы все было окей, все четко было. Спасибо большое! Дарина, с днем рождения! Счастья, здоровья! Это тебе же тут 4 или 5 штучек нету. Ну, короче, сойдет, я думаю. С днем рождения! Дариночка, это тебе? Спасибо! Это тебе? Там очень крупная сумма. Чтобы осталось такой же самый красивый супер. Очень крупная сумма. А что? 23. Нормально там? Так это на проезд нам, что мы сейчас куда-то же едем. Куда? В Макдональдс? Купаться или куда? Или в дискотеку? Бассейн. Или в дискотеку? Куда? Давай, не говори. Ну, какой-то поедем. Вечером, скорее всего, да? А сейчас, может, пойдем пиццу кушать? Ну, блин. Ну, с нами. С тобой. С тобой? И с тобой, да. Ребята, уж шутите сейчас. Я не планировала на вас сегодня. В смысле не планировала? Ну, в прямом смысле. А, типа, я думала, то, что я поеду сегодня с родителями, с другими друзьями праздновать, на море собрались, вот. С другими друзьями? Ну, типа, да. Так, а что, у тебя есть другие друзья? Ну, как бы, да. Иди сюда. А ты что, издеваешься? В смысле, а мы тебе подарки подарили? Да, типа, хлопушку хлопнуть? Спасибо. Ну, давайте тогда, типа, в следующий раз просто погуляемся вместе, типа, на улице походим. Ну, как обычно, и все. А что это за день рождения? Ну, а зачем мы тогда тебе подарки дарили? Да, зачем? Я тебе 23.70 подарил, Аня тебе там хороший подарок. Паша AirPods подарил. Витя 200 грин подарил. И жвачку, знаешь, блин, жвачка какая у меня вообще драгоценная. Неполная. Я тебе хотел еще вон холст подарить, тут, правда, тоже чуть нету, но все равно... Подарок, мне кажется, супер, а ты говоришь то, что мы никуда не идем. Зато это жвачка от души. Ребят, вы шутите сейчас? Нет, но я серьезно как-то не планировала, потому что, ну, как-то, ну, я не знаю даже, что вам сказать. О, сквиш, класс! Единорожка, спасибо! Ладно, ребятки, я пойду тогда сейчас собираться, мне нужно еще накрутить волосы, переодеться, а потом мы с ледоками едем на море. Так ты сказала, что еще и с друзьями, а мы тебе что, не друзья? Да, там девочек я с собой возьму, нет? А я... А как ты девочек и без мальчиков? Ань, я как-то... Мы с тобой потом чуть-чуть погуляем, хорошо? Вот. Только с Аней. Даже просто погулять по улице. Ну, потом с вами по улице погуляем. Так давай хоть час пройдемся там, не так, знаю. Ну, мне просто надо собираться, мы же на море все-таки едем. Что и на море? В смысле, так и шо, шо на море? Так а мы тебе кто, друзья? Like. Ну, типа, хотите, можете приехать тоже на море. Ну, только, я не знаю, как слушай, это получится. Давай тогда все отдавай. Вы должны быть за счет... Все, все. Паш, раз вот так вот, значит, все. AirPods. И что теперь? Ну, я так хотела AirPods, Паш, ну... Так, блин, так надо было нормально к нам обращаться. Чего ты, блин, я поеду с мамой, там, с родителями, блин, нет, с друзьями, и что издеваешься? Зачем мы тогда тебя звали? Забираем, давай, Вить, да. Забирай деньги, мои тоже забери. Блин, Димон. Еще и мои деньги из-за тебя упали. 2 гривны упало, 2 гривны упало, ты что, Дима? Ребят, вы шутите? Вон еще рубль. Ладно, на тебе жвачку. Жвачку на тебе. Мой конверт. 20 рублей. Да. А, братан, я себя оставил. Да, хорошо. Я подарю, все. На, это тоже. Днем рождения. Спасибо. Дайте ей рубль уже, ладно, Хана, если так к нам таким друзьям хорошо относится. Идемте праздновать сами. Нет, это 2 рубля, это много. Идемте в кафе. Да, погнали сами, все, давай, Дарин, пока. Да, пошлите сейчас. Хорошая подруга. Шутка, я на море не еду. Пошлите. Ребята, ну стойте, я серьезно говорю, ну подождите. Что? Ну стойте, ребята, ну это реально шутка была. Какая шутка? Я на море значит сегодня. Значит, или это шутка была? Шутка была, я не еду на море. Так мы гулять идем? Да. То есть, вот, это все неправильно. Пошлите, все, пошлите. Идем. Иди, отстань. Подруга называется. Это пошли, Ань, все, забей. Забирай мои вещи, пожалуйста, да. И мы уходим. Отстаньте тут, ты нам больше не подруга. Мы с тобой больше ни одно видео снимать не будем. Да, доигралась. Задолбала. Да все, отстань. Да иди отсюда, с тобой никто не снимает. Да отстань, Дарина.
Пошлите, может, что делать будем? Пошлите, может, парк прогуляемся. Да, ребят, ну как вы на это? Ну капец, ну мы приготовили подарок. Это вообще не делается, ну серьезно. Вообще, я реально дорогущий подарок приготовил для этого. Реально, AirPods, ну видите, ну ладно, ну я хотел ей там подарить свой подарок уже, ладно. Ну, это был просто мощный маневр. Я хотел ей просто подарить большую сумму, там 500 гривен. Но я думаю, то, что сначала так, я пошутить, а потом уже нормально. Вы не подумайте, я не миллионер, конечно, но все равно 500 гривен это нормальная сумма. Да, конечно. Мы, конечно, не стремимся, что с Пашей, но все равно. Ну как вы считаете? Вот, а напишите в комментариях, это вообще нормально так вот с вами, друзья, так поступали или нет? Мы, короче, пошли гулять, мы вас всех любим. Всем да, все. Ребяточки, пока! Всех всем пока! Всем пока! Всем пока!